традиционные факторы роста российской экономики исчерпаны. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Ульяновске. Он признал, что внешнеэкономическая конъюнктура довольно сложная, в том числе из-за крымского фактора. Главной темой выездного совещания стало улучшение бизнес-климата. Во время экскурсии по одному из индустриальных парков Ульяновска премьеру пожаловались на то, что банки не предоставляют крупные кредиты на инфраструктурные проекты без госгарантии. Местные власти не могут бесконечно заниматься финансовым обеспечением, поскольку это увеличивает госдолг. Они предложили создать для этих целей специализированный фонд на федеральном уровне. Однако Медведев на эту просьбу пока никак не отреагировал. При этом уже позже, непосредственно на совещании, премьеру пришлось оправдываться перед бизнес-сообществом. Сегодня, ну, мы слышим много уничижительных по отношению к бизнесу определений со стороны самых высоких руководителей. На кого имени... вы высоких руководителей имеете в виду? Ну, честно говоря, первые лица страны. Ну, то есть вы хотите сказать, иногда... что я периодически наезжаю на бизнес и говорю про него всякие гадости, что ли? Ну, я бы сказал, что... Что? Нет, ну если вы считаете, что какие-то неподобающие фразы произносит руководство государства, ну тогда нужно определиться в терминах просто, что можно говорить без ущерба для бизнеса, а чего говорить нельзя.